Партнер проекта «Лада Центр Пермь» на Спешилова 105. Официальный дилер «Лада» в Перми и Пермском крае. Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, всех с началом осени, с днем знаний. Ну а мы, в свою очередь, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Ну что ж, наконец, и это я на полном серьезе, наконец, это же долгожданное событие для жителей Перми, тем более для жителей Мотовилихинского района. Мы сейчас находимся около цирка, и вот здесь, вот, вот на этом участке, несколько лет был забор. Там все время что-то копали. Ну, как мы видим, наконец, клад, видимо, нашли. Тут даже появился теперь тротуар, который ведет к улице Крупской. Там, кстати, тоже был ремонт, и сейчас мы до туда доберемся. Но еще заострим внимание вот на этом нюансе. Дорожные знаки, движение по полосам. Если двигаться по северной дамбе к улице Крупской, то здесь три полосы для движения, а висит только два знака. И эту проблему мы уже неоднократно поднимали. Причем, когда был ремонт на улице Крупской, один знак снимали. Теперь повесили обратно, а вот третий почему-то никак не хотят повесить. Раньше тротуар был вот здесь, прямо. Сейчас специально дорожку сделали наискосок. И сейчас мы расскажем, почему. А сделали дорожку именно так, потому что теперь здесь новый пешеходный переход через улицу Крупской. Раньше пешеходы ходили именно здесь, только наискосок. И поэтому решили привычку людей не менять, а просто сделать так, чтобы было удобно и безопасно. Привычка, конечно, дело тонкое. Вот молодой человек пошел наискосок. Но хотя тут сделано, на мой взгляд, очень даже качественно и правильно. Что, собственно, здесь после ремонта нового? Но полностью заменили трамвайные пути, плиты. Вот, кстати, там еще люди работают. Ну и, конечно, стоит отметить, что теперь для тех, кто ждет трамвай, специальная посадочная зона. Плюс для автомобилистов в том, что не нужно уступать дорогу пешеходу. Кстати, одно из новшеств. Здесь применялись какие-то новые технологии, и на этом участке якобы бесшумные трамваи. Вот сейчас посмотрим и послушаем. Ну что хочу сказать, действительно бесшумно ведь идет. Еще не все работы здесь завершены, но остались такие маленькие последние штрихи. Ну вот, к примеру, остановки для общественного транспорта еще нет. С обратной стороны еще не везде плитку положили. Но работы идут, и я думаю, что уже через недельку-другую здесь будет все уже хорошо и идеально. Мне, кстати, нравится, как отремонтировали улицу Крупской. Напомню, что ремонт был от северной дамбы, от улицы Уральская, и до улицы Лебедева. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и ею ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и самое главное – удачи на дорогах. Пока!